Томас. Красавец мой. Саша, неси посылку. Галина, опять посылочку прислала. С Новым годом поздравила. Да. Сказала слово посылку, я смотрю, что все сходятся. Посылку Галя прислала. Мюнхен с этим, с Гретой уже так, тут как тут. Следующий там полетик кто-то устраивает. Я вот уже снимаю, а папа все не несет. А вы уже ждете? Сказала слово посылку, и движняк появляется. Терри. Сказала слово Саша посылку, и движняк появляется. Вот так нас Галя поздравила с Новым годом. Давайте сами откроют. Ну, давайте. О, как интересно. Как интересно. Да. Вот так. Да, как дела? Посылку. А, откуда не взялись? Откуда не знают? Я вот не понимаю, откуда не знают, Саш. Откуда не знают, что что-то приходит? Смотри. Что такое? Что такое? Ты знаешь, что это? Филя надо запустить. Боже, Филя на улице. Боже мой. Филя. Иди. Посылка ж пришла. Он сразу за стол. Ну, с мороза. Даже Филя с улицы почуял. Филя. Надо открывать. Да, конечно, открывай. Ждут, ну что там такое? Все слетаются, все уже. А ты где вылез, только? Тут еще и под ногами у нас. Идите уже погуляйте куда-то. Вот смотри, так. Он открывает. Терри, ты следишь за попугаями, да? Посылка пришла. Долгожданная, скажи. Написано. Давай лапу говорит. Класть не сюда, посмотри, что там прислали. Так. Конечно, открываем вечером, но лучше бы с утра. Саша, Наоми пришла. Где? Типа сыгловой, это за тебя уже. Все пришли. Вон иди. Открывай дверки. Не может выдержать, но быстрее. Давай быстрее открывай. Ну, тут... Давай быстрее открывай, говорит. Видишь, не выдерживают коты. Так что это? Эй, подожди. Подожди. Так, это покажи. И кому? Как ты думаешь? Посмотри. Марсель. Марсель. Давай. Так. И что ты там бегаешь один? Давай, тут уже все же хотят, ждут, не дождутся. Ладно, придется... Не, потом будешь открывать. Ну, так... Открой сейчас, я дам, может, они уйдут. Вот они мне не мешают. Они не мешают, они помогают. Кто-то помогает, ты займешь. На. Игрушку нашел. Новогоднюю. На, Ариш. Саша, эй, куда побежал? Ты посмотри на нее. Все, уже заходили. Вот это же надо так любить посмотреть. Это мышка вообще, посмотри какая. Так, посмотрю. На. Я тебе не дам, а тут это для котов. А то они все игрушки забирают. Катя, на, и все. На. Где ты там? Да. Смотри. Смотри, какая мышка. Слушай, а раньше малые не приходили на посылки, мне кажется. Да, кто хочет, так пришел. Так, была все. Что было, было, а это что такое?
А, это не здесь. Это кому? Это не здесь. Это мне надо. Потом посмотри. Сюда я буду смотреть, чтобы... Ой, это мне. Это... Сейчас буду кофе пить. Давай быстрее распаковывай. Будем пить кофе. Я люблю конфеты, страшно. Это а у нас... Боже. Это кроликом, да? Надо стать кроликом. Барон, иди уже у меня сюда. Есть такие кролики, это ужас. Девки, конечно, я ругала их. Это тоже мне. Ну, и сейчас, она мышу украла. Так, ну и сейчас Чарли, да, Чарли, да, сюда. Давай, подвигаем. Подвигаем. Тут больше мне, чем мне. Попугай, это классно. Спит, да? Марсель просто... Ой, Марсель, он зря. Он, наверное, в будке. Да, нам не хватает собак. А нам подарили в этот год. Яна подарила собак. Еще Галя подарила собак. Ты прям собачки еще жалко давать животным. Вот. Это тоже собака. Так, ну что там такое? Пили. Попугаи дали, Саша, надо им вот этого вкусного насыпать. Ой, это вообще шикарно. Да? Для кошек, для котиков? Да. Вот. Она очень любит коты вот такое. Страшно. Угу. Я только недавно последние все отдала. Я их даю редко, по большим праздникам. Это ко мне. Ну, это для студентов. А, это мы, да? Да. Хорошо. О, сумка шикарная. Шикарная. Подумала, такая шикарная. Да, 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 это мне может. Вообще. Ты так быстро забрала? Нет, это... Вот это точно мне. Это Марселю. Иногда мне это уже бывает. У него овоща есть кофе пьет. Ну, один финик, он у меня не жадный. Да вообще. Галя, конечно, дает. Галя нам такие праздники устраивает. Вот это у меня слоник. Больше всех любит. Барон, иди уже сюда, зовет всех сюда. Не хочет сюда. Иди. Барон, иди сюда. Еще финиш. Боже. Он тут уже там будет, а то он... Он там с пепитой сидит. Барон. Не, ну это вообще это просто какой-то Новый год на 2 года вперед. Да, уже этой Кэти. Смотрит уже так. Только смотреть. Только смотреть. Это для маленьких. Это сразу съедят. Да, тогда только для маленьких. Я вижу, у тебя уже есть один маленький. Иди сюда. На голове, да. Что ты там сидишь? На. Игрушку заработали. Игрушку заработали. Бежит. Мадонна увидела сразу издалека. Что-то не будет делить, кажется, все. Так. Кажется, Саша, это не дает. Не дает. Не заберу потом. Олежки еще. Да. У меня уже полный стол. Сейчас сюда на руки. Чтобы они тебя отцепились. Чтобы они полетели, потому что они сидят. Идем. Бедные собаки ждут. Это Лиля. Все. Все. Пошли. Полетели сюда, в баллоны. Я сейчас баллоны туда тоже. Баллоны, что ты там сидишь? И пипите, да, тоже. Так. Не, это не разбрасывайте. Это я в холодильник сейчас сложу, это вам потом. Станет легче, положи на стол. Станет легче, потому что арахис получили в комнате. А где, забрал шарик, да? Убежал с шариком.
Где шарик? Ой, шарик. Шарик, шарик. Это для собачек. Надо уже быстрее. Это для собачек. Надо быстрее это коробку им отдать уже на пол. А, ты думал, что это для попугая? Это, наверное, для котов будет шарик. Это для тех будет. Пока коты играют с котятами. Сделаем у нас. Вот такая у меня, боже, Галя, не, в этот раз она что-то выдала совсем. Да. Что-то... Галя, спасибо. С Новым годом, с новым счастьем. Чтобы у вас, конечно, стол ломился всегда так дома. Со всеми вкусными продуктами, скажи, с икрой, с рыбкой, с мяском. Ой, ой, ну, сынок, ну-ка, ну, коты, идите подальше. Какая шикарная сумка. Это будет, ладно, моя или твоя. Шикарная сумка, мне такая надо. Катя, ты сюда пришла доедать. Все, забирайте коробку. Дай им коробку. Куда им коробку? Так, всех с Новым годом. Всем желаем мира, чтобы у нас наконец-то когда-нибудь закончилась наша эта война. Уже мы ее не выдерживаем. Вот радуюсь. О, вот такая у нас гора сегодня. Гора. Шо, о, слазь оттуда. Не вздумай, Саша, он хочет арахис, я поняла. А ты что? И это кролику. Да. Могу вам рассказать, у меня иди. Такой ужас. Мне подарили кролику на Новый год. Я бы поубивала, но когда не сдайся. Подарки мне такие. А это старый кролик наш помер. Говорит, и мне, как будто мне надо было кролика. Они мне подарили кроликов, а Галя прислала. Так что, так как-нибудь сниму их. Они маленькие, сидят в отдельной комнате. Так. Мы с ними играемся. Ну, пойдем, кушать, пойдем. Сейчас я насыплю вот с этой пачки. С этой? Вот, так, вот, так, вот так. Такая. Вот. И Галю с Новым годом, и всех подписчиков с Новым годом, и всех с Новым годом. И вот такой у нас праздник. И сейчас я буду пить кофе, потому что мне прислали вот такую шикарную шоколадку. И сейчас я себе сделаю еще праздник живота вообще. Так, коты, что вы там уставились уже? Быстренько заняли коробки. Посмотри на этих уставших. Саша, посмотри на этого Филю. Пришел с улицы. Коробки, что вы не занимаете? Это очень вкусно. Так я поняла, что это очень вкусно. Я так поняла, что это очень так вкусно, что я... Попробуй тоже. Попробуй, да. Что я сейчас буду пить кофе. Томас! Все ждут. Коробку там. Посмотри на ней. Смотри. Угу. Вот такая у нас ситуация. Вот такой у нас праздник. У нас праздник. У котов будет большой праздник. Мало того, что я им вкусный конфет. Даже первый проснулся. Что значит? Что значит, я все-таки открыла консерву. Вот такая консерва. Вот прям с ума сходит. Вот. Слушай, спать хотели. Это, а теперь, пожалуйста. Филя, сейчас бы я сейчас открою. У меня просто руки, заняты. И мама. Мне нравится. Так, ты мне расколупывай консервы. Ужас, что творится. Сейчас, коты, сейчас я вам всех дам. Смотри, ждет консерву. Сейчас я тебе дам. Всем дам. Сейчас выключу запись и всем дам, потому что и Терри дам вкуснятину, там палочку для Терри есть. В общем, всем все дам. Представляешь, как они любят эту консерву? Ужас. Спал, персик вообще спал, не шевелился. А тут на тебе. Даже Лунтик ленивый. И то уже тут. А, Лунтика нету. Это не Лунтик. Это Филя. Лунтик спит где-то. Боже, нету Лунтика. Нету Шломи где-то вместе. Кого еще надо? Наумину вижу.
Новыми вижу. Нам заходит по столам. Рысью вижу. Всех чуть-чуть вижу. Но сейчас я тебе дам. Сейчас. Надо всем дать, потому что вот эта консерва, они так ждали. Сейчас я открою уже. Все. Всем пока скажи. Будем, надо кормить срочно, потому что у них аппетит разыгрался. Им даже коробка не интересует. Вот такой у нас красивый стол получился, смотрите.